Вы не из Москвы, с Египта, да? Я совершенно вообще ненавидит Россию. Ненавидит, просто ненавидит. Потому что у нас в Египте такая машина, так. Я не всегда сплошные, как бы. Да, мы себя показали, как на курортах. Where you from? Вот так вот. Good luck. I'm from. Я слышу только иностранную речь, ребята. Все, мозг разрывается. Непонятно, где я. Всем привет, ребята, короче говоря. Сегодня выбрались наконец-то. Ну, решили народ пройтись, короче, до Красной площади. Ребята, идем туристическим маршрутом, наверное, который больше и больше с каждым разом будет попадаться на пути. Сейчас иностранцы, наверное, будут одни сплошные кругом и рядом. Where are you from? Mexico. Mexico? Mexico. Понятно. I'm from Moscow. How do you think about the World Cup? I don't speak English. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good luck. Good luck. О, смотрите, народ. А вот здесь вот такие вот у нас ездят. Танцуйте, шпанцы, обниматься. Ну, Юляшка, вот она разошлась. Да, Юляшка, разошли храм Христа Спасителя. Сейчас зайдем вовнутрь, там поснимаем. Иностранцы кругом. Ну вот, вход центральный здесь у нас. Че, пойдем, зайдем здесь? Да, уже, скорее всего, закрывается, поэтому, ребята, не получится нам зайти вовнутрь. Здесь вот иностранцы, экскурсовет что-то рассказывает. Under construction for... Started in 1840 and finished up in 18. А вот, ребята, вот здесь вот мы сейчас подходим к памятнику князя Владимира. Интересно, интересная тоже такая архитектура здесь. Вот, да, ну, Кремль, вот он у нас рядышком. Там вот князь Владимир крестил Русь, как говорят, там мексиканцев очень много на той стороне. О, вот из Мексики. Это музей какой-то, да, Сань? Я тоже здесь не был ни разу. А, это галерея Шилова. Такое, я надеюсь, что у нас YouTube не забанит за такие скульптуры. Как за ролик. .g. Такой вот маленький скверик, часовенько. Че, куда движемся? На Красную площадь? Ну. На Манежную. Сейчас посмотрим, что там происходит. Архитектура супер, да? Прям что-то прям питерское такое, прям даже. Или ну, Италия. Да. Италия какая-то. Италия. Where are you from? Where are you from? Аргентина. Аргентина? Good luck. Ну вот, народ. Заходим в Александровский сад. А цветочки-то такого сделаны у нас в моменте. Триколор, да? Интересно тоже по-своему. Where are you from? Mexico. А Мексика? Are you from Moscow? Как там спросить, как зовут? What is your name? Альфредо. Очень. My name is Андрей. Юля. It's a beautiful place here. А мы little English, совсем чуть-чуть. Да. Are you first time in Russia? Yes, my first time. Первый раз, да? Понятно. What matches you go going to go? To go. Сейчас, секунду. Вот я, что хотите говорить? Я хочу, на какие матчи идете? На какие матчи идете? А. Соня, очки. Команда, вот, команда, you go. Vision? Social media? Social media, okay. What команда? For you go for football, for looking. I русский, у меня уже 6, потому что я арабский, английский, и русский, и Германия. Спасибо. Good luck, удачи. I don't understand. Потому что я уже привык. А немецкий откуда знаете? Ну, когда я был в Египте, у нас туристы там говорили. А вы не из Москвы, да, получается? Вы не из Москвы, с Египта, да? О, я была вообще живу в Сахале. Ох, ничего себе. Это у нас север, считай, самый. Это очень там другая система. Совсем все по-другому, да? Другие люди, другие люди, да, даже по-другому.
Как-то более раскрепощенно или нет? Или наоборот? Меня нравится Сахалин больше. Ну, Москва, я понятно, Москва. Это... Москва здесь, да. И... город контрастов. Москва. И рядом Москва, это не все. Вообще дольше Москва. Нет, русские люди, я хотел бы вас рассказать. А в Египте родились, получается, да? А. Ну, без обид. Потому что вас русские, да? Без обид. Я совершал вообще ненавидит Россию. Ненавидит, просто ненавидит. Потому что у нас в Египте типа говорит, о, Россия, извините, девушка такая, и мужчина вот так. Я не всегда сплошные, как бы. Да, мы себя показали, как типа, на курортах. Это как типа так есть, ну, там в Египте. На самом деле, когда я вошел в гости тут в Сахалин 3 месяца, я видел, что это есть, у меня в рамах очень интересно, у меня это все, моя голова, и стал жить тут, жениться тут. Я сейчас видно жительство. У вас очень хороший русский. Я должен быть давно уже гражданский, дальше вам шанса. А женился русский. Типа русский, короче говоря, египтяне воспринимают русских не очень хорошо, говорят, все пьяницы, алкоголики, девки такие, пошмандовки. Да, такое представление о русских сложилось, потому что мы себя так ведем в отелях периодически. Ну не все, конечно. Но его поэтому египтяне к русским не очень хорошо относятся. Ну, это, конечно, не за всех невозможно сказать. Кто-то по-любому хорошо относится. Но он якобы женился здесь на девушке, да, на какой-то, которая русская. И поэтому у него хороший такой вот английский язык. Сам он египтянин, чистокровный. В принципе, я не помню, этот момент снимал или нет. Но сказал, по крайней мере, на камеру. Россия лучше Америка. Россия лучше Америка, да, там денежная, там все на деньгах типа замешано. Если у тебя денег нет, то ты здесь никто, и звать тебя никак. К тебе отношения соответствующие. Ну, у нас, наверное, тоже, мне кажется, в какой-то степени так. Ну, не везде просто это есть. Так вот, Заш, подходим, короче, к вечному огню. Очень много здесь иностранцев собралось, болельщиков с разных стран. Англишон. Москва наводнилась иностранцами со всего мира. Хотя я уже... Вон, в шапках-ушанках. Where from? Where from? Mexico. Mexico? I'm from Moscow. What is the name? Ana Karen. Emmanuel. My name is Andrei. Nice to meet you, Andrei. Взаимно. Good luck. Thank you. Счастливо. Вот ребята здесь принято вот так вот обмениться футболками. Where are you from? Исландия. Понятно. Ну, это ребята из Исландии. Ну, там, в принципе, было слышно, наверное, я так понимаю. Ну, вот. Они обмениваются футболками, так принято, наверное, у футболистов, у болельщиков. А там у нас мавзолей Ленина, там путь закрыт. Памятник Жукова у нас. Там у нас мексиканцы, кого только нету. Карлосом. Вон, смотри, пусто. Вот, пойдем сфотографируемся. Вот, вон, сомбреро, смотри какое. Давай сфотографируемся. Where are you from? Можно? Можно сфотографироваться? Ага. О, кстати. Nice to meet you. Thank you. Good luck. Иди к пацанам, чё ты? Ну вот у вас, с мексиканцами, короче. Щелкнулись разочек. А здесь вот видим болельщиков Колумбия. Колумбия, точно, вот она. Еще сейчас замочим, споем. Ну вот, ребята, с бразильцами мы сфотографировались. Идем дальше. Мексика, Бразилия, все в одном месте как бы сконцентрировано. А? Да, да, да. Шляпа мексиканцев. Хоть и не любительница футбола, но энергетика прет. Отлично, да, да, да. Ребята, ну короче, идем гуляем, короче, здесь. Камон, можно, по-моему. Вообще потеряли, короче, где мы находимся. Можно подумать, что где-то за границей, поскольку здесь вообще по-русски никто не разговаривает. Я слышу только иностранную речь, ребята. Все, мозг разрывается. Непонятно. Ну вот Юляшка сфотографироваться хочет с аргентинцами. Good luck! Ой, у нас шоу какое-то с футбольным мячом. Ну, чувак зарабатывает такой денежку. Отлично, молодец.
Здесь очень сложно пропихнуться, народ. А вон там вот чувак у нас видно стоит, Трамп. Good luck. Саня, давай. Ну что, нормально, народ вот расслабляется, тут Пидуандра попивает. Тут Дональд Трамп, собственно, персона. Во. Where you from? Понятно. Вот здесь вот еще видно какие-то блогеры у нас. Москва. Москва, ребята, все просто разрывается. Такие. Тут места очень хорошие. Не хочешь присоединиться к мексиканцам, Саня? Good luck. Чичарито, Рамонша. Высокий берег. Заводила. Да-да-да. Давай, это египетские ребята, короче. Можно подумать, что мы не здесь, а где-то за границей. Понимаешь, да?